Здорово! Сегодня рекомендация посвящается милым созданиям Туви Янсен, а именно мумитроллям. В их честь был сочинен бесподобный эмбиент New Age за авторством Лекса Плотникова. Это музыкальное чудо, а иначе его и не назвать, упаковано в альбоме 2010 года Stories from the Clay Shore. Он разбит на 4 тома, каждый из них своего рода трибют одной из повестей о комете, шляпе волшебника, волшебной зиме и путешествии в море. На этом заканчиваю свою болтовню и ставлю первый сэмпл. Другой сэмпл также из первой части, и он карнавальный. Слушаем! Кстати, группа названа в честь хатифнатов, милейших созданий, которые поклоняются барометру, жахают током и плывут черт знает куда, черт знает зачем и черт знает как. Сэмпл. Из третьего тома самая запоминающаяся композиция «Off to the Sea». К сожалению, единственное достойное внимания. Слушаем. Но самый красивый – это четвертый дом, саунд к зиме. Он получился просто на ура. Похрустывающий снег, зимняя флейта, кристально-морозные клавиши и шаманские пляски у костра. Слушаем. Thank you.
чего только стоит согревающая свист чайника и чарующая мелодия внутри купальни. Слушаем! Что еще можно сказать? Автору огромное спасибо за великолепную музыку и шикарные облоги. Было бы здорово услышать продолжение Мумитроллей в подобном подходе. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Have fun and good music. Cheers!